Здравствуйте, друзья! В эфире канал NewsWord, и с вами я, Юрий Гименфарб. Моя подписчица Дана прислала короткое, но полное боли, очень важное письмо. Позвольте его зачитать. Здравствуйте, Юрий! Меня частенько начал преследовать один страх. Это страх будущего. Он подобно мерзкой липкой жиже обволакивает меня изнутри, проникает в каждую клеточку моего тела и замутняет сознание. А все потому, что я осознаю реальное положение вещей в нашей стране, всю безысходность ситуации и насколько зомбированы люди. В связи с этим у меня один вопрос. Вот помимо покупки долларов и закатывания их в банки из-под огурцов, есть ли еще способы обезопасить своих близких и себя? Ведь когда все рухнет, а все точно рухнет, что им говорить, когда останкинский наркотик начнет выводиться из разума и начнется ломка? Как поддержать? Еще раз повторяю, это крайне важное письмо, и хотелось бы остановиться на нем подробнее. Но для этого давайте мы построим ответ, уважаемая Дана, из двух частей. Во-первых, мы проанализируем ситуацию, а во-вторых, давайте попробуем выработать общий рецепт, как нам действовать. Ну, начнем с того, что уважаемая Дана, безусловно, права. Разумеется, все не просто рухнет, а с каждым днем мы убеждаемся, что все гарантированно рухнет. И наши хитро вымудренные правители, они все делают для того, чтобы крах случился. Но в рассуждениях Даны есть одна небольшая ошибка, которая состоит в том, она написала фразу, когда останкинский наркотик начнет выводиться из разума и начнется ломка. Нет. Все еще хуже, друзья мои, чем можно себе представить на первый взгляд. Дело в том, что крах будет происходить в два этапа. Когда это произойдет, вам не скажет никто. Но крах, по большому счету, уже происходит сейчас. Сейчас обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста. Ну что, разве это не так? Так. Сейчас обсуждается вопрос повышения НДС. Сейчас повышается вопрос вообще о замораживании пенсии. Etc. Все это, понимаете, друзья, это перечислять можно долго. Но ошибка в том, что останкинский наркотик, как выражается уважаемая Дана, он сразу не прекратится. Будет все наоборот. Напротив, он начнет действовать с утроенной силой. Вот обратите внимание, ведь градус пропаганды и, соответственно, ахинеи этой пропагандистской, он ведь с каждым днем все больше и больше. Да что нам ходить далеко за примером, но вы проанализируйте хотя бы перлы нашего гаранта. Ну, извините, друзья, я слишком вас уважаю для того, чтобы их просто повторять. Но это, извините меня, это оскорбляет мой разум. Вот тот бред, который он несет. С другой стороны, обратите внимание на то, как действует Государственная Дума. Вводится запрет на разговоры. Причем запреты эти расширяются. Пример легко. Вот ввели очередные санкции против Дерипаса, Абрамовича и примкнувших к ним Вексельбергов. И так далее и тому подобное. Что делает Государственная Дума? Принимается закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за оправдание санкций или следование им. Уверяю вас, друзья, что дальше, вот то, над чем мы с Сашей Глущенко шутили, что примут там закон о уголовной ответственности, о признании выводов трибунала в Гааге по поводу катастрофы малазийского Боинга, в этой шутке, как раз именно шутки очень мало. Такие законы будут. Ну не этот именно, но тому подобное.
То есть будут вводиться запреты на разговоры с усилением градуса маразма в Останкинской игле. Это будет продолжаться. Соответственно, вот в этом плане, уважаемая Дана совершенно права, это действительно будет порождать невольный страх. Я уже приводил вам пример с тем, что ну, наверняка вы в публичных местах встречали людей, ведущих себя неадекватно. Не обязательно агрессивно, неадекватно. Что заставляло вас усомниться в их психической вменяемости. Какое чувство вы испытывали? Беспокойство. Страх. Не потому, что вы трусы, а потому, что это естественная реакция психики. Это естественная реакция организма уйти подальше от непонятного, от неизвестного, от непредсказуемого. Но куда уйти нам с вами? По принципу, куда мы с подводной лодки денемся? Никуда. Поэтому, безусловно, такой страх будет. И, учитывая то, что, естественно, пропаганда до момента окончательного краха, она будет только нарастать, она не будет уменьшаться. Забудьте об этом. Она будет нарастать. И уверяю вас, друзья мои, что вот эти вот распятые снегири и изнасилованные мальчики, они нам покажутся детским лепетом по сравнению с тем, что будет, будут нести общеизвестные телепузики. Увидите, посмотрите. При этом вот это состояние страха, оно будет усугубляться тем диссонансом, который вы будете наблюдать. Вам будут говорить... Например, это такой гипотетический пример. Цены снижаются, мы добиваемся снижения цен. Вы идете в магазин и на минуточку увидите увеличение цен. Ну и примерно вот то же самое. Это все будет. И самое главное, готовиться к этому нужно уже сейчас. Причем, подчеркиваю, готовиться психологически. Не мной было сказано, что главный враг человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, в критической ситуации, это он сам. Не внешние обстоятельства, а он сам. Его страх, его паника, которая мешает думать. Так вот, друзья мои, уважаемая Дана, единственное, чем вы можете реально помочь, психологически, конечно, подчеркиваю, потому что вы правильно сказали, что действительно это сохранять деньги в валюте для того, чтобы в случае чего хотя бы просто обменять эти деньги. Но главное, чем вы можете помочь близким и себе, для того, чтобы уберечь их от непродуманных и скоропалительных действий, это отсутствие паники. Рассуждать с холодным расчетом. Думать головой. А для этого, понимаете, прежде всего, это противодействие пропаганде. Причем, подчеркиваю, боевой пропаганде. Это не шутки, это не то, что коммунизм лучше строен на земле и тому подобное. Относительно безобидные вещи по сравнению с тем, что мы наблюдаем сейчас. Это главное источник восприятия должен для вас стать. Это окружающая реальность. К примеру, вам говорят, цены снижаются. Не надо спорить с пропагандой. Не заставляйте близких спорить с этой пропагандой. Ну, говорит он и говорит, ну где же он снижает, где же снижают цены, когда они увеличиваются? Где они снижаются? Действия типа «надо писать Путину, надо вставать перед Путиным на колени» или принимать иные позы, описанные в учебнике под названием «Камасутра» — это контрпродуктив. В этом нет никакого практического смысла.
И не надо тратить на это время. Но, соответственно, каждое свое действие продумывайте. Думайте головой, люди. Ведь вы поймите, я не говорю сейчас о том, что вот там надо делать то, делать все. В каждой ситуации выход свой. Но универсальный рецепт только один. Поборите свой страх. Страх можно преодолеть. И преодолеть его только холодным рассудком, логикой и здравым смыслом. Ну и, безусловно, конечно, максимально возможным спокойствием. Удачи вам, Дана. Всем доброго. Подписывайтесь на канал New Age Vod. Не забывайте ставить лайки и распространять это видео. А если будут вопросы, присылайте. Мы их с вами обязательно обсудим. До встречи.